Еще раз милости просим на кроссовую трассу. Соревнования по супермотокроссу, напомню, стартуют в 13:00. Ну а сейчас есть возможность поддержать спортсменов в дисциплине под названием Джимхана. Я надеюсь, что там кто-то есть все-таки, и что вы спортсменов поддержите. Ну а, конечно же, чествовать мы их будем сегодня на главной сцене, но чуть позже. Пока отдыхаем, пока наслаждаемся тем, что все-таки действительно сильного дождя нет, и это плюс, и держим кулачки за то, чтобы его сегодня не было все-таки. Он нам не нужен. Поэтому посылаем хороший сигнал в космос, что дождь нам сегодня ничего не испортил. Но я думаю, хорошее настроение он все равно не испортит. Да? Ну, чуть-чуть капает, еще это такое. Разве это дождь? Итак, друзья, 13:00 на кроссовой трассе, соревнования по супермотокроссу. Ну и также трансляция у нас на больших экранах на главной сцене.